Приветствую, на связи Вячеслав Опилкин, и сегодня я хочу вам показать, как нужно правильно зарегистрироваться в проекте EasyBeasy и показать все возможности личного кабинета, который вы получите после регистрации. Итак, давайте приступим к регистрации. То есть первым делом заполняем все поля вот этой вот формы. Давайте я это проделаю. Итак, вам нужно будет ввести свое имя, фамилию, номер телефона, свой логин в Скайпе, ваш email. Лучше, конечно, делать email, чтобы был на Gmail сервисе. Но, в принципе, подойдет и любой email, который у вас есть, которым вы пользуетесь постоянно. Вот, и после этого вам нужно будет придумать пароль и повторить этот пароль. Я советую вам воспользоваться сервисом Online Password Generation. Вот здесь можно будет поставить вот здесь галочки и создать длину пароля, например, 9 символов. То есть должно быть не меньше 8. Все, нажимаю кнопочку «Создать пароль». Все, потом вы как любой из этих паролей выбираете, копируете, вставляете в это поле и еще раз в это поле. Но обязательно сохраните себе, куда-то запишите в блокнотик или еще куда-то, где вы храните все свои основные пароли. Вот вам нужен будет email и вот этот пароль, который вы сгенерировали в сервисе. То есть их обязательно запишите, чтобы потом не потерять. Они нужны будут нам для входа в личный кабинет. Все, после этого нажимаю кнопочку «Регистрация». Все, и мы попадаем в личный кабинет. Здесь, возможно, у вас будет все на английском. То есть вот этой кнопочкой можно будет выбрать уже русский язык. То есть, если у вас открылось вот так вот, английский, переходите сюда, нажимаете на флажок русский, и все меняется, появляется уже все на русском. Здесь различные политики конфиденциальности, мы с ними соглашаемся и нажимаем кнопочку «Далее». Ну, если вы можете, в принципе, перевести на английский через Google Translator и все это почитать, то есть, если вам будет это интересно. И перейдя по каждой ссылочке, здесь тоже все заполнено на английском, можно перевести и почитать. Итак, после того, как вы нажали все эти галочки, нажимаем кнопочку «Далее». Здесь снова вводим пароль, который мы ввели изначально. Нажимаем «Подтвердить». Все, вы можете, в принципе, сохранить этот пароль, чтобы потом уже заходить свободно будет в ваш личный кабинет. Все, итак, мы попали в личный кабинет. Вот, и здесь давайте посмотрим, все вкладочки откроем, посмотрим, что здесь есть. Итак, вот здесь вот будет ваш основной баланс, то есть будет показывать, сколько заработано. Здесь показывает, сколько заработано за день, за неделю. То есть и здесь вот уже основные такие параметры, то есть показывает, какой у вас пакет. То есть пока у вас пакета нет, базовый стоит 0.021, стандарт 0.0315, 0.0627 биткоина, 0.0827. Каждый тариф – это уровень доступа к обучению и к дальнейшим продуктам, которые будут выпускаться в системе, в команде EasyBeasy. Вот, и то есть каждый вот этот статус, он будет вам давать определенный доступ к продуктам. Если вы хотите посмотреть, какие есть возможности у проекта, то есть посмотреть, какое обучение есть в проекте, можно, в принципе, воспользоваться тарифом Basic. То есть вам будет доступно обучение, такое начальное, в принципе, обучение. Вот, ну это я вам покажу позже, то есть где это все будет находиться. Вот, если вы хотите уже заниматься именно бизнесом, строить свою большую команду, советую вам уже заходить на тариф профи либо VIP. То есть здесь уже открываются более мощные возможности для продвижения, то есть проекта, то есть для получения прибыли. Ну и более серьезное обучение уже открывается вам. Итак, давайте идем дальше. Здесь мой кошелек. Здесь вот будет у вас написан вот такой код. Для работы нам нужно будет сюда завести биткоин, то есть создать биткоин кошелек и перевести вот на этот адрес уже, то есть определенную сумму денег, на какую сумму вы хотите купить пакет. В принципе, можно будет сделать переводом, то есть я смогу вам перевести на ваш счет определенную сумму, а вы мне, то есть отправите ее на какой-то кошелек, например, Яндекс.Деньги или еще на карту Сбербанка, то есть можно сделать так, если у вас пока еще нет своего биткоин кошелька, но это получится, в принципе, без комиссии и намного дешевле, то есть вам так сделать. Но я пока только даю такую возможность на тарифе базовой.
то есть которые стоят 0,0021 биткоина. То есть более дорогие тарифы вам придется покупать уже, наверное, самостоятельно, то есть заводить свой кошелек и оплачивать его через систему. То есть также здесь можно выводить будет деньги, то есть надо будет указать свой кошелек в профиле. Это потом мы туда перейдем. Все, и написать сумму, какую вы выводите, и нажать кнопочку «Вывести». То есть сумма занимает 72 часа. Пока еще готовится сервис специальный, который будет уже потом конвертировать все это дело, и переводиться деньги будет гораздо быстрее. И также можно сделать перевод. То есть если вы кого-то зарегистрировали в проекте, вы можете написать сюда email этого человека и также со своего баланса перевести ему определенную сумму денег, чтобы он мог, например, зарегистрироваться в проекте и уже получать какое-то обучение и пользоваться сервисами. Так, итак, идем дальше. Уровни доступа. Вот здесь как раз вот нам нужно будет выбрать определенный уровень доступа, который вы захотите приобрести. То есть, когда у вас на балансе будет определенная сумма, например, 0,021 биткоина, вы нажимаете кнопочку «Купить», вводите пароль свой, и то есть у вас сумма списывается, и у вас появляется вот этот пакет. Вот здесь, в принципе, каждый пакет, да, вот он дает, то есть определенные маркетинговые планы, дельта, матрица и бинар. Ну, это можно было посмотреть, в принципе, в презентации, там все это показывалось. Маркетинг. Здесь будут показываться ваши люди, которых вы пригласили в структуру. То есть это линейный, кто первой вашей линии, бинарный. И здесь уже будут, то есть люди, которые под вами зарегистрировались. Но если вы зайдете на тариф VIP, профи, то есть там уже будет еще два. Матричный маркетинг будет и еще будет дельта. То есть это еще определенный уровень, с которых вы сможете получать доход. Вот здесь вот у вас должна быть гореть галочка автоматически, то есть здесь в принципе ничего трогать не нужно. Этот алгоритм будет работать автоматически и распределять, то есть партнеров под вами. Так, здесь можно будет посмотреть, какие транзакции вы производили. Раздел «Статистика». Здесь тоже будут отображаться ваши партнеры. И здесь можно будет посмотреть их телефон, email. То есть в дальнейшем можно будет выйти как-то с ними на связь и уже обговорить с ними какие-то детали. То есть если им что-то непонятно по проекту, как-то их поддержать и довести до покупки какого-то пакета. Следующая вкладка «Поддержка». Здесь мы можем задать любые вопросы по проекту, то есть посмотреть уже какие-то ответы здесь были. То есть и, может быть, внести какие-то свои предложения, то есть что вы хотите увидеть в проекте. И то есть люди, организаторы этого проекта смотрят, выходят на связь, то есть происходит общение, и, возможно, потом ваше предложение появится в этом сервисе. Так, и покупка билетов. Но это вот сейчас происходит мероприятие, то есть потом этого не будет. Сейчас как раз идет именно открытие проекта с 22 по 25 марта. Все, вот такой вот у вас личный кабинет. И теперь давайте перейдем на вкладочку. А еще хотел показать, вот ваша будет реферальная ссылка. То есть вот по этой ссылке мы сможем уже приглашать людей в проект. Вот, например, регистрация в личных кабинетах. То есть нажимаете сюда, ссылочка копируется. Открываете. Вот такая вот будет ссылка. Нажимаете, и она отправляет уже. Ну, сейчас я уже вошел, она меня сюда отправляет. Так будет такая же регистрационная форма, по которой вы зашли в этот проект. Вот, и здесь еще есть несколько лендингов готовых, на которые можно тоже, в принципе, привлекать людей. Но пока они не очень хорошо работают. Вот они еще и на английском здесь сделаны, то есть пока это еще не доработано. Но в дальнейшем сделают здесь очень много полезных функций, которые можно будет использовать для привлечения людей в проект. Вот, и потом вам нужно будет перейти в профиль и здесь его заполнить. То есть загрузите изображение, нажимаете, какое-то изображение свое выбираете. Ну, тут я так просто пока сделаю. Имя вашего аккаунта здесь будет, то есть надо будет прописать имя и фамилию, это будет видно людям, то есть это будет видно вот здесь вот,
И людям, которые регистрируются в проекты, будет тоже видно, кто вы такой и под кем они регистрируются. Так, ваш email, биткоин адрес, если у вас есть, если нет, то в дальнейшем я вам покажу уроки, как его сделать. И уже здесь можно будет прописать свой биткоин адрес. Так, имя пользователя в Telegram. То есть тоже нужно будет завести свой Telegram и сюда его добавить. Инструкцию также приложу. То есть вы сможете все это сделать. Всяких проблем это делается очень легко и просто. Вот, если вы хотите сменить пароль, то есть можно сюда ввести старый пароль. Потом написать новый пароль. И повторить уже новый пароль еще раз. Вот адрес, индекс, город. В принципе, можно записать. Вот серию паспорта, номер паспорта можно, в принципе, не писать. После этого, как заполнили все, можно нажать на кнопочку «Сохранить». Все, и все ваши данные, то есть проекта, сохранятся. Здесь снова вводим пароль свой и нажимаем «Продолжить». Все, и еще один важный раздел – вебинары. То есть здесь будут проходить все обучающие программы нашего сообщества. Здесь вот уже подобраны они все по каким-то разделам, например, лингвистика. Нажимаем, здесь уже все лекции, все уроки. То есть вот написано стандарт, ну то есть для какого уровня доступа это обучение, то есть доступно. Вот basic. То есть нажимаете, все, здесь лекцию, можно посмотреть, то есть каждую вот эту лекцию нажимаем и переходим, то есть в это обучение. Возвращаемся назад и так вот по разным разделам. Личная продуктивность, финансовая грамотность, например, интернет-маркетинг, базовый курс, базовый. Все, здесь деньги в Инстаграм, подготовка страницы ВКонтакте, то есть очень много. Но здесь уже тоже можно смотреть по уровню доступа. Вот здесь уже идет стандарт, то есть уже более высокий уровень доступа. То есть если вы берете Basic, то есть вам уже сюда уровень ваш не позволит попасть. Но в дальнейшем можно сделать апгрейд. То есть уже если вам нужно будет такое обучение серьезное, вы можете всегда сделать апгрейд и уже зайти на любое это обучение. Все, также здесь проходят вебинары каждый день. То есть вот понедельник 26, 27, 28, 29, 30. То есть каждый день проходит какое-то обучение. Всегда можете зайти в этот раздел, найти что-то интересное для себя, посмотреть. То есть очень много полезной информации и обучение, в принципе, проходит на высоком уровне. То есть все спикеры очень высокого уровня. То есть я думаю, вы останетесь довольны этим обучением, которое вы пройдете здесь. А также вот, в принципе, есть все разделы, какие здесь есть по обучению. То есть нажимаем. И здесь уже у нас идет, например, вот презентация проекта, где мы можем. Также и на английском языке, то есть здесь обучение проходит, в принципе, для всех людей в мире. То есть здесь есть английский, немецкий, итальянский, португальский, ну, в дальнейшем тут будут все, наверное, языки появятся, то есть разные спикеры будут, и можно приглашать любых людей, то есть не обязательно русскоязычное население, то есть можно приглашать и кого-то из-за границы. Вот такой вот небольшой обзор я вам сделал, то есть заходите в личный кабинет, заполняйте все свои данные, и когда вы надумаете, то есть уже приобрести какой-то пакет, под этим видео будет ссылочка на мой профиль в социальной сети. Перейдете по ней, напишите мне сообщение, что я готов купить такой-то пакет. И все, мы с вами сделаем эту операцию, я вам пополню ваш счет, и вы уже сможете пользоваться полностью этим кабинетом, проходить какое-то обучение. Ну и в дальнейшем появится очень много сервисов интересных в этом проекте. Я думаю, вы сделали правильное решение, вступив в нашу команду. И теперь вам не нужно будет бегать по всему интернету, искать что-то, какие-то курсы непонятных авторов, еще что-то такое. То есть здесь будет все полностью для вас готово. Зашел, посмотрел, применил на практике, как говорится, и получил результат. Все, на этом я с вами прощаюсь. На связи был Вячеслав Опилкин. Пока-пока.